Футбол зовет нас в гости. Серия А в прямом эфире. Турин играет против Турин. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитым мячами. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Как думаешь, что мы сегодня ждем от Андреа Белотти? Покажет он достойную внимания к нему игру? С ним сложно защите придется, потому что он, конечно, красавец в завершении атак. Андреа. Футбол зовет нас в гости. Серия А в прямом эфире. Турин играет против Турин. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитым мячами. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Как думаешь, что мы сегодня ждем от Андреа Белотти? Покажет он достойную внимания к нему игру? С ним сложно защите придется, потому что он, конечно, красавец в завершении атак. Андреа Белотти. Футбол зовет нас в гости. Серия А в прямом эфире. Турин играет против Турин. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитым мячами. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Как думаешь, что мы сегодня ждем от Андреа Белотти? Покажет он достойную внимания к нему игру? С ним сложно защите придется, потому что он, конечно, красавец в завершении атак. Андреа Белотти. Футбол зовет нас в гости. Серия А в прямом эфире. Турин играет против Турин. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитым мячами. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Как думаешь, что мы сегодня ждем от Андреа Белотти? Покажет он достойную внимания к нему игру? С ним сложно защите придется, потому что он, конечно, красавец в завершении атак. Андреа Белотти.
футбол зовет нас в гости. Серия А в прямом эфире. Торино играет против Торино. Мне кажется, мы сегодня должны увидеть хороший футбол, потому что нападение у тех и у других очень неплохое. Ну и забегать вперед, разумеется, не будем. Просто давай будем в ожидании хорошего, классного матча с забитыми мячами. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение.